Не дай бог, если это случится. Вот, ну, я думаю, главное, чтобы не было Третьей мировой войны. Иначе мы просто уничтожим друг друга. Потому что я читал книгу одного автора, Пран Лео, вот, и есть такая гипотеза, что человечество уже существовало там несколько миллионов или миллиардов лет, и вот тоже две великие державы, как, например, сейчас Россия и Америка, они схватились между собой и уничтожили. И не только друг друга, но и всю планету. Потому что, ну, даже если мы там спрятимся под землей, там даже будут хорошие условия, но все равно без света, ну, без этих прекрасных вот деревьев, без природы, ну, я не представляю жизни. В общем, даже если мы и будем жить, то это будет не жизнь, а существование.